июня 2019 года. Татьяна Салмановна, Мактум, Сейфуддин. Это я. 18 часов 32 минуты. Я в моей квартире. Комендантский 32192 в Санкт-Петербурге. Так что вот, сейчас позвонила Василию Григорьевичу, взяла телефон, смотрю, там 4 пропущенных вызова. Вот. А нет, 4 часа назад, может быть, 3 или больше. В общем, 4 часа назад, в общем, перезвонила. Вот. И Василий Григорьевич сказал, что он подъезжал, звонил. Ну, не знаю, может, я выходила, в том смысле, что как там, на лестничную площадку, в общем, как-то не слышала. Не слышала звонка, или здесь была на кухне, а телефон у меня, знаете, там, наверное, там, говорите, такой на... Как-то он сам убавился и в сумочке лежал в комнате, не слышала звонка. Так что он сказал, что хотел зайти, подъезжал и не дозвонился. Так что вот, как-то вот, вот такие вот дела. А так, в общем, сварила себе макарошки прямо в супе. Знаете, прямо в супе сварила макарошки и кушаю. Так что вот, положила еще капусту, в общем, эти макарошки сварила прямо в этом, в щах, и, в общем, кушаю. В общем, получилось, знаете, такие макарошки вместе со свежей капустой. Так что вот, тоже кушаем. Ну, такие вот дела. Видео загружаю. Видео загружается. Балкон на двери, здесь окна. Здесь вообще, в принципе, люди вот так вот проходят, а там дети бегают, здесь такая слышимость, в принципе, так вот слышно. То есть, в принципе, третий этаж. Говорят, нужно для всю пищу нужно прожевывать тщательно. Так что вот, наверное, медленно и тщательно. Как-то, может, я быстро жую, надо как-то наблюдать. Я иногда смотрю вот мои видео. Вот, смотрю, как-то я так быстро жую. Не совсем как-то вот это вот. Как-то, знаете, в принципе, я одно столько видео снимаю. Этот этикет, наверное, так быстро жевать не надо. Вообще, как-то, наверное, когда там кушаешь с этим этикетом, да, можно как-то медленно, наверное, это медленно, чтобы это красиво смотрелось.
помимо моего паспорта, теперь показываю, помимо гранта, показываю еще мою книжку, которую я написала. Это «Тайная психология денег, секреты богатства и процветания». Я на обложке с двух сторон, даже с трех. Смотрите, тоже мое фото. Мои эти художественные селфи, которые я сделала в 2007 году в США, в нашем с моим бывшим мужем Артуре Максимовым Данский доме на 56 Кенмор Роуд, Блоффилд, Коннектикут. Это мой паспорт, я была Александрой Валентиной Юрьевной. Вот, я поменяла мое имя, отчество и фамилию, Татьяна Соломановна Мактум, Сейфудин, это я. Мой паспорт номер 4018-109-216 в МГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской области, 97.08.2018 года. Код подразделения 780-041. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Еще показываю сертификат моего гранта, сертификат. Вот смотрите, там я теперь еще за спиной. В 2017 году я получила сертификат на грант на 10 миллионов долларов. Жду эти мои деньги, 10 миллионов долларов, 80% собираюсь потратить на мою счастливую жизнь. Вот такие вот дела. А так, смотрите, мое видео, часовое видео я записала, смотрите анонс. В общем, про книгу рассказываю, как я ее публиковала и так далее. Очень позже загружу это. Дамы такие вот эти, знаете, носили вот эти корсеты, вот чтобы талия утягивалась, столько одежды было, такое нижнее белье, потом вот это, потом эти платья, вот это утянуться, в общем, как-то вот это, чтобы это все так красиво, как это смотрелось, вы понимаете, да, чтобы все вот так красиво. Thank you.
квартиру продают, комендантский 32-32 литера А, в которой я прописана с 1990 года, это вот эта самая квартира, я ее продаю, двухкомнатная. 137 серия, третий этаж, имейте в виду, за 5 800 000 возможен торг. Так что вот, агентов просьба не беспокоить, продаю сама. Так что вот, также ремонт в Петергофе. Продаю Санкт-Петербург, Петергоф, Менделеевская, дом 1, литера М, корпус 9В, Эллинг 24. Так вот, я этот Эллинг купила 5 марта 2017 года, сделала там ремонт. Вот мой такой авторский проект. Вот, Эллинг 4 этажа. Такой очень красивый, такой цвет фуксистости. В общем, продаю. О, видео сейчас загружаю, продаю. За 7 500 000 рублей по договору купли-продажи ПАЯ в кооперативе Марина. Так что вот, ну как я покупала. Агентов просьба не беспокоить, продаю сама. Так что вот. Мои вещи там из Петергофа, из этого Эллинга. Сюда в мою квартиру, мои вещи, мою одежду, мебеля, коллекцию картин, зеркал. Вы понимаете, да? Ну, великолепно. Тюнинг, я же говорю, нужно сделать тюнинг, я и сказала Василию Ильяновичу, нужно сделать тюнинг, вот, ну такая ситуация, тюнинг, волосы еще покрасить, так это накрасилась, оделась нормально, ну и выйти сюда на комендантский, понимаете, как раньше я когда остановила машину автостопом, туда, в Петергоф, обратно, вещи, вы понимаете, ну за так, ну вот, ну не говори, что тебе 47 лет. Вот, в общем, так, да, молодиться на 20, вы поняли, да, что тебе там это 20, вот этот подвезите туда-сюда, туда-обратно, будьте любезны, ну, понимаете, да, что делать? Этот тюнинг, еще, знаете, вот это вот, еще этот тон на лицо, еще так это ярко нужно глаза, ну, как я, знаете, вот на для съемки, там, в 2007 году, 2008 красила, знаете, вот этот крем, потом тональный, потом румяна, пудра, в общем, вы понимаете, глаза, вот эта растушевка, вот это брови, это вот губы, вот это вот все, здесь это вот так вот эти растушевать, даже специально здесь чуть-чуть, вот здесь это как бы носик, и в общем, как-то вот эти, как говорится, вот этой более темной пудры, вот здесь как это выделить, чтобы это все красиво, такой тюнинг, волосы, вот эта прическа, да, как говорится, нужно вот это, как это называется, там волосы подкрасить. В общем, так, это в обтяжечку, конечно, в обтяжечку, ну, так это, чтобы вот так вот это, ну, и все, вот, ну, и, в общем, как-то вот так, пристройка, третий этаж, так что вот, вот такие вот дела, в общем, кушаю, видео загружаю, видео загружается.
серебрянчик просила. Может быть, он нам привезет какого-то котика, познакомиться с Просперусием. Просперусенька. Кот для Просперуси в аренду. Ну, Просперуси. Просперуси хочет гулять. Ну, Просперусенька. Ну, Просперуси. Так что вот. Сейчас я вам запокажу себя. Запокажу. Из окна. Запокажу видоны. Это я крупным планом. Имейте в виду. Так что вот. Ну, про детский садик песенка вы помните, да? 234-я, 256-я школа. ВТУ 90, работала я машинисткой в журнале «Правоведение», поступила на вечерний юрфак, закончила вечерний юрфак. Вот, была замужем за Пэри Максимовым Данске, написала книжку «Тайная психология, день и секреты богатства и процветания» в 2017 году, получила сертификат на грант на 10 миллионов долларов, который я жду наличными деньгами. Так что вот, это такие вот дела, это я крупным планом. Бидон. Очень бидон. Бидон у меня из окна. Бидон из окна. Здесь книжки, читаю я книжки, вы понимаете, да? Книжки я это купила по интернету, была в этом, в Озоне, в магазине. Курс алхимии изучаю, Сен-Жермена, наука самотрансформации. Вас ознакомлю потом. Изучаю, ознакомлю. Вот. Так что вот такие вот дела. Татьяна Салмановна, Мактум Сайфуддин, это я. В общем, да, еще, конечно, нужно, понимаете, вот этот еще крем, тональный крем, нужно, конечно, лицо, конечно, немножко еще по-другому будет, это, конечно, нужно еще, говорю, что волосы подкрасить, это крем, тональный крем, это глаза, в общем, выделить глаза, ну, в общем, как-то брови я уже накрасила, вот, и, в общем, здесь немножко так это, я карандашом подвела глаза, губы, а так, конечно, такой вот, как говорится, вот эти семинары, видеосеминары, вообще для видео, нужна, конечно, спросить, знаете, вот у актрис, которые вот знают, нужно ярко лицо накрасить, чтобы она смотрелась в кадре. Вы понимаете, да, чтобы это красота. Так что вот, и такие вот дела.
общем, эти бидоны с моего балкона, эти бидоны. Так что вот. Показываю себя крупную. Ох, я такая красота! Боже мой, такая красота! Супер красота! Меня переполняет сексуальная энергия. Энергия любви, оживляющая, омолаживающая. Омолаживает каждую клеточку моего тела. Открывает мое сердце навстречу радости и счастью. Вы понимаете, да? Ну, великолепно, великолепно.